парке «Дружбы» подготовка катка идет полным ходом. Специалисты уже установили ограждение и заливают основание ледовой площадки. Трактор проходит, но подушку мы заливаем ледяную для начала. Просто льется вода. Затем начнем заливаться при помощи, выравнивать каток. То есть будем заливать уже с тряпкой. Чтобы полностью подготовить каток, потребуется 50 тысяч литров воды. Ледяной слой должен быть не тоньше 10 сантиметров. Каток в парке «Дружбы» будет готов к концу недели. Всего в этом году в парках Самары запланировано подготовить 4 катка. Пройдем в парк «Победы», черновая заливка будет у нас. Ориентировочно к концу этой недели начнем заливать парк «Гагарина» и парк «50 лет октября». У нас там хоккейную колду заливаем льдом. Вот, и заливаем еще там дорогу для местных жителей. Когда там хоккейные колды заняты, там соревнования или что-то, значит, они там занимаются с коньками. Городские парки продолжают украшать к новогодним праздникам. Иллюминация практически готова к работе. По традиции наряжают и елки. В парке 50-летия октября новогоднее дерево практически украшено. На елку уже повесили почти 100 шаров. Причем слишком низко новогодние игрушки не крепят, чтобы уберечь от вандалов. Повыше вешаем эти шарики, потому что это приходит и разбивают, палками кидают. Вот это вот все. Мы заново опять туда лазим, собираем все. Всего в этом году в парках города установят 9 елок. Праздничными огнями они засияют вместе с иллюминацией 10 декабря. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».